Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня мы вместе с вами приготовим тортик Наполеон. Но тортик у нас будет необычный, так как на моем канале вы уже сможете найти видеорецепт классического Наполеона. Ссылку на видео я оставлю в описании под этим видео. Ну а сегодня мы с вами приготовим шоколадный Наполеон. Тортик получается максимально шоколадный, так как в нем шоколадные коржи, шоколадный крем, и сверху он посыпается шоколадом. Просто вкуснятина! Торт получается очень нежным, мягким, вкусным, пропитанным. В то же время он в меру пропитан, получается и не мокрым, и не сухим. Надеюсь, у меня получилось вас заинтересовать. Давайте же побыстрее приступим к приготовлению. Для того, чтобы приготовить шоколадный Наполеон, мне понадобится для теста 400 грамм муки, 35 грамм какао-порошка, 250 грамм сливочного маргарина, 10 миллилитров 9% уксуса, щепотка соли, 1 яйцо, 170 миллилитров холодной обычной воды. Для крема я возьму 700 миллилитров молока, 450 грамм сахара, 2 пакетика ванильного сахара, 1 пакетик ванильного сахара у меня весом 10 грамм, 20 грамм какао-порошка, 50 грамм муки, 400 грамм мягкого сливочного масла, 4 яйца. Также мне еще понадобится 150 грамм черного шоколада. 100 грамм черного шоколада я буду использовать в крем, а 50 грамм черного шоколада у меня уйдет на украшение. Ну что ж, приступаем! Перед тем, как приступать к приготовлению тортика, нужно взять сливочное масло, которое приготовили на крем, достать его из холодильника и оставить при комнатной температуре, так как перед использованием масло обязательно должно быть мягким. Для начала приготовим слоеное бездрожжевое тесто для нашего Наполеона, для коржей. Для этого нужно взять мисочку. В мисочку выливаем воду, добавляем соль, уксус, яйцо и все хорошенько взбиваем венчиком. Жидкая часть теста готова, пока ее отставляем. Сейчас займемся мукой и какао-порошком. На рабочую поверхность высыпаю муку, высыпаю какао-порошок вот прямо на муку и хорошо все перемешиваю ложкой. На подготовленные сухие ингредиенты сверху натираю маргарин. Маргарин у меня из холодильника, он не мягкий и не сильно замороженный. Натираем и сразу будем обволакивать его вот в сухих ингредиентах, чтобы вот эти вот полосочки между собой не слипались. Маргарин весь натер, а теперь аккуратненько вот так вот перемешиваем его с мукой, ни в коем случае не вымешиваем. Нам нужно сохранить вот эти вот полосочки, которые мы натерли, сохранить их целостность. А теперь подготовленную нашу такую вот массу я вот собрала в кучку и внутри делаем вот такую вот широкенькую луночку. В эту луночку выливаем наши ингредиенты вот жидкие, которые мы заранее подготовили, и лопаткой сразу вмешиваем их в тесто. Вот так вот нам сильно вмешивать не нужно, нам нужно тесто просто собрать в комочек. Посмотрите, вот я тесто не вмешиваю руками, я просто собираю его в комочек. Тесто, оно должно быть таким вот, ну, густым по консистенции, оно еще может совсем немножко липнуть к рукам. Если у вас тесто получится еще немножко таким жидковатым, то не бойтесь, добавьте еще муки. Если у вас тесто получится сильно забитым, добавьте еще немножко воды, потому что у каждого разные ингредиенты. Может, кому-то чего-то понадобится чуть-чуть больше, например, воды или муки, может, кому-то меньше.
посмотрите, вот так вот, и собираем тесто в один вот комочек. Все вот собираем, подбираем в один комок. Тесто собрала в комочек. Посмотрите, вот какое оно должно получиться по консистенции. Оно еще вот немножко липнет к рукам. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 1 час. На этом этапе приготовим заварную часть крема. Для этого я взяла яйца, вбила их в кастрюльку. К яйцам добавляю ванильный сахар, и все хорошенько взбиваю миксером. Яйца с сахаром взбила. До полного растворения сахара взбивать не стоит. Нужно просто вот так вот соединить яйца с сахаром. Сюда же к массе добавляю муку, какао-порошок и немножко молока. И снова все взбиваю миксером. Выливаю остальное молоко и снова все взбиваю миксером. Подготовленную массу отправляю на огонь. Буду варить на медленном огне, постоянно помешивая до загустения. Массу проварила. Посмотрите, как она у меня хорошенько загустела. Вот такая она должна получиться по консистенции. Я ее перелила в миску для того, чтобы она быстрее остывала. Еще к горячей массе добавляю 100 грамм черного шоколада и все хорошо перемешиваю до полного растворения шоколада. Шоколад полностью весь растворился. Оставляю заварную массу до полного остывания. Периодически буду ее перемешивать венчиком, для того, чтобы сверху не появилась пленочка, и так она будет быстрее остывать. Тесто полежало 1 час в холодильнике, оно готово к использованию. Иногда вот шоколадный Наполеон или обычный Наполеон, или любую выпечку из слоеного бездрожжевого теста я готовлю в 2 этапа. Вот, например, я завтра надумала выпекать шоколадный Наполеон. Вечером накануне я сделала тесто, завернула его в пищевую пленку и положила в холодильник. Тесто у меня пролежало ночь в холодильнике, и на следующий день я быстренько испекла коржи, сделала крем, и тортик у меня уже готов. Тесто очень хорошо хранится в холодильнике. В холодильнике оно может храниться где-то неделю, и его можно замораживать. После разморозки изделия из теста получаются очень даже вкусные. Если вы хотите, можете сделать сразу, например, 2 порции теста, 1 порцию использовать, а 2 порцию заморозить. Или если у вас остался кусочек теста, также можете его заморозить, потом очень хорошо разморозить и дальше из него выпекать. На моем канале вы сможете еще найти видеорецепт слоеного бездрожжевого теста, универсального, классического. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Если вот из шоколадного слоеного бездрожжевого теста выпекать можно только сладкую выпечку, то тесто, оно универсальное. Из него можно выпекать как сладкую выпечку, так и соленую. Итак, тесто уже готово. Его нужно разделить на 7 равных частей. Тесто разделила на 7 равных кусочков. Один кусочек я пока оставляю, с ним сейчас буду работать. Остальное тесто я сложила на тарелочку, накрыла пищевой пленкой и пока его отправляю в холодильник. Потому что нужно, чтобы тесто, оно всегда было такое вот прохладное. И потом вот я сейчас с этим кусочком проделаю работу. Когда он будет выпекаться, я буду из холодильника доставать по кусочку и продолжать работать дальше с тестом. Итак, рабочую поверхность присыпаем немножко
мукой для того, чтобы тесто не прилипало, потому что оно такое мягкое, эластичное. И раскатываем первый кусочек. Раскатываем толщиной приблизительно 2-3 миллиметра. Первый кусочек теста раскатала, его нужно вырезать той формы, которая у вас будет тортик. У меня тортик будет круглой формы, как вот эта вот тарелочка, диаметром приблизительно 28-30 сантиметров. Прикладываем тарелочку к тесту и вырезаем по форме. Только вырезаем вот так вот не впритык до тарелочки, а немножко дальше, потому что слоеное тесто, оно при выпекании, оно немножко стягивается. Кусочек теста вырезала нужной формы, убираем обрезки, они нам понадобятся, мы их также будем выпекать, они нам понадобятся для крошки. Я взяла лист я ничем не смазывала, я немножко его перетрусила мукой. Теперь нам нужно наш кусочек теста, наш вырезанный вот этот кусочек, переместить на лист для выпекания. Это очень удобно сделать с помощью качалочки. Берем качалочку, прикладываем ее к нашему тесту вырезанному и вот так вот аккуратненько накручиваем. Только не придавливаем, а немножко вот так накрутили. Теперь берем лист и аккуратненько раскручиваем качалочку. Вот так вот немножко придерживаем. Потому что тесто, оно получилось очень нежным, оно может порваться. И вокруг теста выкладываем обрезки, которые мы уже заранее подготовили. Особенно нужно аккуратно выкладывать тесто вот на горячий лист, потому что здесь, вот видите, вот полосочки вот маргарина есть, и нужно очень быстро и постараться как можно аккуратнее сразу выкладывать, потому что когда вы будете тесто выкладывать на горячий противень, оно очень быстро будет нагреваться и, так сказать, расплавливаться. На лист я все выложила. Теперь нужно взять вилочку и проколоть корж вилочкой по всему периметру. Отправляю корж с обрезками выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 15-20 минут. Нужно, чтобы корж сверху хорошенько зарумянился. Но вы лучше ориентируйтесь по самому коржу, ведь у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Первый корж испекла. Посмотрите, вот он немножко вот поднялся, хрустящим получился, красивым, ароматным. Аромат на кухне просто великолепный, шоколадненьким так пахнет. Ух, будет очень вкусно. Вот обрезочки уже также испеклись, я их пока буду складывать в тарелочку. И точно таким же образом я испеку все остальные коржи. Коржи для Наполеона испекла, оставляю их до полного остывания. Обрезки также я испекла, они немножко остыли. Из обрезков нужно сделать крошку. Это будем делать с помощью рук. Посмотрите, вот как легко вот делается крошка. Какое хорошее получилось вот слоеное, хрустящее, рассыпчатое тесто. Посмотрите, какая получилась красота. Крошка готова, ее пока отставляю. Заварная часть крема полностью остыла, и только вот на этом этапе мы приступаем непосредственно к приготовлению самого крема. Пока заварную часть отставляем, возвращаемся к нашему сливочному маслу. Посмотрите, вот какое оно стало мягенькое и примягенькое. Вот такое вот должно быть масло. Масло нужно взбить миксером в течение 5 минут. Сливочное масло взбило, оно посветлело, увеличилось в объеме. Еще один такой важный момент. Сливочное масло и заварная масса должны быть обязательно одинаковой комнатной температуры. Смотрите, если вот вы уже взбили масло и будете добавлять ко взбитому маслу теплую заварную массу,
то масло сразу начнет подтаивать, и то, что вы его взбивали, эта работа была напрасная. Крем получится такой вот однородный и не очень густой. Если заварная масса у вас будет холодная, вот вы только вот что занесли из балкона там, или достали из холодильника, и будете добавлять к взбитому маслу комнатной температуры, то масло сразу свернется. Крем у вас полностью свернется, и масло будет комочками. Тогда, соответственно, крем у вас не получится. Но если у вас произошла такая ситуация, заранее не расстраивайтесь. Если крем у вас свернулся, то вы его возьмите, поставьте на паровую баню и, постоянно помешивая, доведите массу до однородного состояния. Потом поставьте в холодильник, пусть эта масса полностью остынет, и потом еще раз взбейте миксером. И крем у вас снова получится очень вкусный, густой и красивый. Но чтобы не делать такие ошибки, не потом проработать такую вот работу, лучше сразу вот, чтобы у вас сливочное масло и заварное масло были одинаковой комнатной температуры. Итак, масло взбило. Теперь, не прекращая взбивать миксером, в сливочное масло буду добавлять по 1 столовой ложке заварной массы. И все хорошенько буду взбивать миксером. Крем готов. Посмотрите, какой он получился красивый, однородный, глянцевый, воздушный и очень вкусный. Отправляю крем на минут 15-20 в холодильник, чтобы он немножко застыл. У меня все готово для того, чтобы собирать тортик. Коржи полностью остыли, крем немножко застыл. Будем делать красоту. Я взяла подложку, дно подложки немножко смажу кремом. Это я делаю для того, чтобы торт не ездил по подложке, и нижний корж, он очень хорошо пропитается кремом. Выкладываю первый корж и обильно его смазываю кремом. Выкладываю второй корж. И таким вот образом я соберу весь тортик и сверху обильно обмажу его кремом. Весь торт сформировала. Отправляю его на минут 15 в холодильник, чтобы крем немножко застыл. Крем на тортике немножко застыл. Сделаем его красивым. Сверху я специально сделала лопаткой вот такие вот разводы. Я их так и оставлю. И наверх тортика на крупной терке натру шоколад, который остался. По бокам тортик украшу крошкой, которую мы с вами заранее приготовили. Тортик полностью весь сформировала, отправляю его на ночь или на 12 часов в холодильник, чтобы он хорошенько застыл и пропитался. Торт шоколадный Наполеон готов. Посмотрите, какой он получился чудесный, очень аппетитный, красивый и очень-очень вкусный. Вес такого тортика приблизительно 2,5 килограмма. Я сейчас разрежу и покажу, какой тортик получился в разрезе. Посмотрите, какая получилась красота. Тортик хорошенько пропитался, но он не мокрый, в меру пропитанный, очень мягенький и очень вкусный. Посмотрите, вот как много крема, очень вкусные шоколадные коржи. Тортик получился просто пальчики оближешь. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!